Юбилей Улан-Удэ – хороший повод привести городские здания в порядок. Некоторые предприниматели и руководители предприятий не спешат порадовать столицу. По закону обновлять фасады необходимо раз в 10 лет, либо по необходимости. На сегодняшний день запретительными мерами, какими-то наказанием, на каким-то ничего не решишь. Если сам руководитель на это идет, сам коллектив понимает эту проблему, тогда она решается. А всякими запретительными мерами, фискальными мерами ничего не сделаешь. Это только зависит от нас с вами, как мы к этому относимся. И как мы действительно любим город, как мы уважаем наших горожан. Однако просто покрасить и побелить здание недостаточно. Необходимо соблюдать все нормы, установленные законодательством. Их немного. Исключение исторические постройки. К ним гораздо больше условий. Цветовые решения уже разработаны нами. Да? Мы хотим, чтобы просто это исполнялось. То есть, чтобы привести нашу архитектуру, ну, среду, архитектурную, градостроительную среду, нормальный, цивилизованный вид, да, чтобы было людям комфортно в этой среде жить, чтобы люди себя чувствовали достойно. Вот наша цель. Ремонтируют фасады по всему городу. Однако основная часть находится в Советском районе. Там большинство руководителей уже выполнили указания властей. К остальным хозяевам строений пока остаются вопросы. Илья Бельков, Даниил Дурхисанов, новости дня.